Всем привет! Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера, руководитель дизайн-студии Gradis. И сегодня я здесь для того, чтобы рассказать вам про плитку, которую мы используем в ванных комнатах. Ну, а куда же без нее, все-таки влажное помещение. И сегодня я расскажу про плитку Keranova. Обратите внимание на эту коллекцию, которая называется Terrazzo. Я всегда люблю использовать истории в интерьерах. Не просто налепить какую-то там плитку, но знаете, что типа прикольненько, а именно с историей. Вот вспомните или представьте, как вы гуляете по площади Италии, как лучи солнца пробиваются сквозь ветки листья, как вот этот свет играет на площади, и вот мы получаем с вами Terrazzo. И это же совсем другое настроение, согласитесь, когда вы наслаждаетесь лежа в ванной, не просто пятки трете, а с удовольствием лежите и, так сказать, представляете себя где-то в солнечной, так сказать, стране. И вас не должна смущать темная плитка. Это же, посмотрите, какая глубина. Красота ведь, правда? Так, давайте мне там выписывайте все. До свидания, я пошел себе покупать.